Всем привет, дорогие друзья, с вами Михастик, и со мной сегодня Саня. Всем здрасте. Вот, сегодня мы играем в Rocket League, да, долгожданный момент. Фух, ну чё, что-нибудь хочешь сказать? Семи Pro мы сможем. А, да, вот, как раз таки у меня Семи Pro, возникли там проблемы с данными, в итоге у меня сбросился мастер и все... Вся статистика. Вот, сейчас вы увидите мою статистику. 96% побед. Вот, ну что, давай тогда матчмейкинг поиграем. Давай, сейчас посмотрим на твой пинг. Да, пинг. Я играю все еще с мобильного интернета. Вот, кстати, я хотел отдельно поблагодарить ребят, которые выбрали именно, чтобы я в ролике произнес их никнейм. Это Евген, который мне там кейсики подгонял. И отдельное спасибо человечку с ником Puff the Cat за цветные бантики. Это как бы отдельное спасибо. Вот. Ну давай я тогда запускаю. Так, играем матчмейкинг. Не знаю, как громко-не громко музыка будет. Но, надеюсь, нормально. Вот. Сколько? Мы уже 3 часа играем. Да, 3 часа это, конечно, это срок. Че по пингу? Пинг? Ну, нормальный, нормальный пинг. Играем. Нормально, нормально. Можем веселиться только после... А. А, после гола. Окей, окей, ладно. Е против нас, эксперт. Ну, это все. Семи Про должен тебя смеяться, эксперт. Семи Про пробил твой час. Ну. За 1 секунду гол? За 2, ну за 1.5. За 1? Ой. И там в тебя мог случайно врезаться. Ой. Ну, давай еще. Разница в 3 гола, и тогда веселимся. Ага, 10 раз. Я уже такой думаю. Как ну, так? У меня немножечко скакануло? Да. Ну что страшного, сейчас выбьем эти 3 гола. Что-то я посмотрел на их начальную игру, как-то прям не особо потеряют парни. Либо это их. Так, все, у меня забрали всю нитку. Они вообще в пати. Не, они даже не в пати. Я крутил пацана. Давай, присоединяйся к игре, а то у тебя скажу 30 очков. Это мяч. Кстати, я там все время нитр собираю. А, ну ладно. Тоже полезно. Ну, да. Так, в сторону увозить бы сейчас. А, что? Так, все рассчитано. Все рассчитано, ладно. Ни в чем не попал. Доска. Доска, да. О, нет. Там, короче, что делаешь? Что там и забиваешь, и пропускаешь. Я пропускаю, да, ты вообще просто катаешься. Да, я рано прыгнул. Зета колеса. Опасность. Я не снимал где-то 6 месяцев. И это вообще очень много, на самом деле. О. Блин, у меня прям перед... Я там, значит, потерю нитр, пытаюсь все обидеть. Чем занимается Саня 1.5 минуты? Собирает нитры. Чем занимается? Я забиваю голы. Ой-ой-ой-ой. Что-то прям хорошее. Е, нафармил, успех, на, да. Еще нитр забрал. Жизнь давайте, короче. Ну ты меня обманул. Я сам себя. Это гол. Ух! Ох, вот это засейвил. Мне кажется, там шангу было, но все равно. Отбивай, у меня нет нитра. Ой, он промазал.
Все, тащим, 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 тащим. Меня просто чуть-чуть пингует. Блин, нет, 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 нет. Ну блин. Да, что-то у тебя не получается. Играю только я. Я какую-то фигню створил. Я хочу отрыв в 3. Сейчас я 3 забью. Давай, давай, давай. Если бы у меня чуть-чуть еще не подлагивал из-за мобильного интернета. Давай, 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 давай. А, да блин, ну, блин, блин. Давай 4 снимаем, да, да. Хорош. Опять он обманывает. Ладно, у нас 2 минуты еще. Я не могу выпрямить машину, чтобы... Там на весь. Да. Ага, ага, 10 раз. Сейчас бы я еще в дабл касанин. Трипл. Это ГГ. Ты не хочешь играть, все, я горчен. Ладно, это не ГГ, это я просто так веселюсь. Ну они хотя бы вдвоем играют. Блин, они играют вдвоем, не играя вдвоем, понимаешь? Да. У них пинг просто одинаковый. Свободный пинг, а и все они играют с Wi-Fi. Ой. Чё? Сколько можно? Ой. А-а-а. Да. Я его развел. Ладно, это твоя карта. Я на противоход ему кинул, смотрю. Он начал уже поворачивать и все. Противоход. Да, да. Видишь, он уже не смог это сделать. 810, ну, так, давай. Да, 810, 100. Я просто ее посейвлю. Блин, я вчера голос сорвал. Ну блин, ну что такое? Я устал. Давай. Начинай играть, алло. Да вот я вроде начал сейчас. Хорош. Я не смог засейвить. Твой киков. Сейчас я опять начну. Нет. Я уже 3 раза. Нет, сколько, дофига раз начну. Все время отрыв у нас в одно очко с ними. Так не должно быть. Да ладно. Да. Так! Он там! Тихо, тихо. Ну что это такое? Ну это не... Я только начал. Даже вот я начал. Это ладно, ну давай, давай, давай. Сейчас без фристайла. У нас нет отрыва. Это не фристайл. Это не фристайл. Это не фристайл. Я пытался забить ему прям ворот положить. А я был рядом. Почти. Когда был рядом, Кайф. У меня сейчас 1000 очков будет, ты понимаешь? Простите. Ну я не знаю, там ты уже сейф не будет. Быстрее апнешь. Ой, хорош. Ой, я тебя не заметил, я просто на мяч смотрел. Я был перед мячом. А-а-а. Так рассчитано все. Ну там не залетит он. Не залетит. Нет, ну нет, ну сын. Не, полыхает. Я не хочу овертайма. Самое обидное. Сейчас он нам забьет. Нет. Не хочу. Так. Ну и 10 раз очков больше, чем у тебя. На 1000. Не в 10, а в 6. Ну ладно. Не надо тут, ля-ля. Ну, сударь. Ну смотри, я не думал то, что он прям в уголочек. Я отъехал уже, думал нитру взять. Ты либо сразу берешь нитру, либо ждешь до тех пор, пока он не прилетит к тебе. Куда ты великий? Да, понятно. Давай, давай, давай! Ну. Ну
там, блин, там либо так, либо вообще. Овертаймы в матчмейкинге меня не очень радует. Ты, конечно, понимаешь, надо потеть, но нет. Еще они это все отбивают. Давай, я за нитро поехал. Я только начать хотел. На овертаймах. Немножко испугался. Хорош. Все нормально. Ура, блин. Ты смог? Помощь, да! Он ливнул из ебану чувака. Это было это... 7 голов! Я понимаю, что я не хастик там, да, я мастер бывший. Но не настолько же потеть мне надо. Фу. Я устал. Все, я не хочу больше матчмейкинга. Мне даже ничего не дадут, да, зачем? Меня повысили. Да! Меня повысили! Меня повысили. На сколько минут? Иди в жопу! Меня повысили на. Тихо! Третий дивизион и третий челленджер. Ты понимаешь, что это такое? Да ну, тебя на 5 повысили. Лол. Я, значит, меня на 1 повысили, да. Ну хоть повысили. За 7 голов, хорошо. Я хотя бы не расстроен за то, что я за 7 голов. Кстати... Не, я в прошлой катке забил 4 гола, мне не понятно. Да. Я не могу пролистать. А, вот. В следующей серии я открою 10 кейсиков, ребят. Поэтому давайте. Я думаю, вы ждете также открытия кейсов от меня. Вот. Уже все подготовлено. Осталось только открыть. О, моя любимая карта. Ей. Пинг? Е, у тебя. Ну, мы можем теперь с фристайлом тут. Е, фристайл. Он в воздухе двоится, серьезно? Да я говорю, он двоится, блин. Именно в воздухе, не от стены. О. Так, чё? Ну, там я не знаю, там у меня... Я в тебя попал, что ли? О, нитро. Ну, нет. О. Нет. Нет. Друг другу там не дали. А он потом тебя еще бомбанул. В тот самый момент, когда я взял 100 нитро. Дайте мне вообще нитро, а? Я за нитро поехал. Саня собиратель. Давайте поможем Сане набрать 100 нитро. Квест. Челлендж. А. О. Мы сыграли с ним в стрекосанию. Так, смотри, я их сейчас обманываю. Опа, оп, оп, опа! Хорош. Ну все, у меня пингует. Ну, он чур. Тебе хорошо, что ли? Да, у меня пинг. Ну, должно же это было случиться. Ну, хоть не на матчмейкинге. Мы выиграли матчмейкинг, я уже рад. Да и вы тоже, я думаю, рады. Да. Че он такой нервный? Ой. Я говорю, он нервный. Блин, что-то потеет, чувак. Наверное, забыл, что это не матчмейкинг. И у меня пинг тоже веселый. Это я не успею. Ну, да. Два удара. Отбивай. А-а-а. Ну все нитро позабирал. О, нитро. Вспомнил нитро, вот и нитро. Так, у меня... Он у меня уже третий раз взрывает. За игру. Третий раз. Я понимаю, он матчмейкинг не так старался. Ну и... Ну... Вёл один на один. С мастером.
Шок. А. Ты, блин, не сдал. А ты сколько можешь? Ой-ой-ой. Тебя уже присвоят. У меня нет нитро. Нервный чувак, надо его взорвать. Цель поставлена. Какого фига 0-0, а? Они просто потеют. А я жду нитро, ладно. Окей. А, я думал, на кости. О. О, нитро. О, нитро. Дай его, мой. О. Нет. Я ехал без нитро все это время. Ну блин, я. Какой-то нервный чувак. Нет! Это был самый эпичный фейл на сегодняшний день. Я засейвил их ворота от гола. Два раза. Два раза. Все просто. Почему 0-0? Ну как так? Ну хоть не выиграли. Ну потеть с 0-0 тоже не. С 0-0. Да. 0-0. Да. И это все ради этого. Да, сейчас можно пофлипить. У них вдвоем очков столько же, сколько у меня сейчас. Е-е-е. У них по 300. Лел. ГГ. ГГ. Ой, ну что, давай на тренировочку, я думаю. Мне же ничего не уходит, да? Да, зачем? Итак, я скоро апну мастера. Давай, на тренировочку сейчас зайдем. Я уже придумал новые рубрики, которые мы с тобой запишем. Что-то я подустал после матчмейкинга того. Так, давай за оранжевых. И пока вроде неплохо все. Давай я в угол. Мне показалось. Ну я не могу попасть по мячу. Ну попробуй что-нибудь. А. Я уже. Окей. Типичная тренировка. Я думаю, это не очень интересно будет смотреть на себя. Давай до одного гола. Потом выйдем и смотря какой гол получится. Ну залети. Нормально. Я думаю. Мне когда не дали. Я думаю, на такой ноте можно закончить. Давай, выйдем. Очень неплохой гол. Вот такая вот. Такая вот серия получилась. Я думаю, вам понравилось. Вот. Пишите комментарии, как вообще серия, раскраски.
насколько вы рады видеть меня спустя 6 месяцев, мой геймплей. Вот. На этом все, дорогие друзья, с вами был Михастик и Саня. Все. Всем пока.